В администрации округа прошло первое оперативное совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду. Его участниками стали представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций и управлений ЖКХ сразу 5 муниципалитетов – Мытищ, Пушкинского, Химок, Красноармейска и Красногорска. О задачах, которые предстоит выполнить жилищно-коммунальному блоку, рассказали заместитель министра энергетики Московской области и зам руководителя главного управления ГЖИ региона. Так, все паспорта готовы. Готовности жилого фонда муниципалитеты должны направить в госжилинспекцию до 15 сентября. Мы будем проверять дома, мы будем смотреть. И первый этап наших проверочных мероприятий направлен на проверку самих паспортов, как они оформлены, как они, те документы, которые прикладываются к паспортам готовности, акты имеются в виду выполнения тех или иных работ. Ну и, соответственно, подготовка самого объекта. То те дома, которые не готовы, физически не готовы, на бумаге, может быть, они будут готовы, физически не готовы. Паспорта мы возвращаем на дорогу. Проверит ГЖИ не менее 30% многоквартирных домов в каждом муниципалитете Подмосковья. Инспекторы уже приступили к обследованию первых объектов. Кроме жилого фонда, подготовить и протестировать к зиме предстоит сами ресурсы и системы их подачи. В первую очередь это подготовка жилищного фонда, это подготовка теплоисточников, котельные, это подготовка водозаборных узлов, это, конечно, сети и тепловые, и водяные сети, это и резервное топливное хозяйство, на которое тоже обращает внимание, в первую очередь, федеральные службы. На совещании заместитель министра также рассказал об областном ситуационно-аналитическом центре, созданном в июне. Система призвана мониторить отключение коммунальных услуг, координировать различные службы для устранения аварий, анализировать и систематизировать обращения граждан. Встречи такого плана до начала отопительного сезона пройдут еще как минимум 4 раза и охватят все муниципалитеты Подмосковья, отметил Мельник.